Да что ж это за насмешка судьбы-то, а? Если бы я не перекупил у него это чертово Черногорию, он бы и тут вляпался, и там свою удачу упустил. Какую удачу? О чем ты, Борь? А что, разве не удача? Он остается со свободными средствами. И тут на тебе, как снег на голову, такое выгодное предложение. А ты уверен, что это предложение было неожиданным для него? Ну, конечно. Совсем недавно этот балбес говорит мне, у меня все плохо. И тут на тебе, скупает все земли вокруг завода. Если б я только... А ты знаешь, Борь, а ты в успехе Олега не виноват. Тебе просто не повезло. Но на его планы ты никак не повлиял. Ты что же, хочешь сказать, что Олег собирался купить и участок в Черногории, и земли вокруг завода? Да не, бред. У него просто денег не хватило. Конечно. Конечно, не хватило бы. Да он никогда не собирался покупать эту землю в Черногории. Ты не понимаешь этого? Он тебя просто обыграл. Вот и все. То есть Олег придумывает участок в Черногории для отвода глаз, а сам под прикрытием готовит свою сделку? Да у него мозгов не хватит. Боря, проснись, а. Ну, проснись. Он придумал Черногорию специально для тебя. Он подсунул тебе эту наживку, и ты ее проглотил.